Народные контролеры ведут информационно-аналитическое наблюдение. Побывали уже в 30 продуктовых магазинах. Выяснилось, не везде хозяева и продавцы магазинов соблюдают ценовую политику распоряжения властей Кубани. Так называемая социальная корзина продуктов должна быть доступной каждому жителю. Участники рейдов напоминают, по распоряжению губернатора Кубани Александра Ткачева, предприятиям розничной торговли рекомендовано не завышать торговую наценку. Есть социальная группа товаров, на которую цена должна не превышать 10% от закупочной стоимости. Это молоко, кефир, сметана, хлеб, яйцо, масло растительное и творог. В принципе, не такой большой спектр. И чтобы население знало об этих продуктах, хотя бы на уголке потребителя должно висеть списком, какое из наименований товаров относится именно к этому социально значимому наименованию. Анапчане могут помочь группе народного контроля. Если видите явно завышенные цены на социально значимые продукты, сообщите о нарушении по телефону 46421 с 10 до 17 часов рабочие дни. Подробный перечень социально значимых продуктов можно найти на официальном сайте администрации города-курорта Анапа.